Мне, конечно, как делегату Всебелорусского народного собрания очень интересно, что там будет. Конечно же, вот пришествие Всебелорусского народного собрания нашей молодежной организации было проведено большое количество диалоговых площадок, где мы рассматривали различные вопросы, которые интересуют молодежь. Они проводились и на территории школ, и привычных организаций, касались различных сфер. Вот, это и образование, это и трудового воспитания, это и гражданско-патриотического воспитания, это проблемы молодых семей и так далее. То есть эти все вопросы, конечно же, мы аккумулировали, отдавали в оргкомитет республиканский. Конечно же, очень интересна их дальнейшая судьба, что же будет. Юрий Сигенюк – достаточно известная личность на медиапросторах Брещины. Молодые люди, представители областного комитета БРСМ, который возглавляет наш собеседник, активные участники большого количества проектов в разных сферах, проводя с юношами и девушками открытые диалоговые площадки, аккумулируя имеющиеся предложения, сегодня уже выработаны те темы, которые были бы приоритетны на ближайшие 5 лет. Это развитие инфраструктуры, где будут жить молодые специалисты, потому что в основном это же малые населенные пункты, деревни, вот, где действительно предоставляется жилье на данный момент, но именно как занять себя молодому специалисту в данном населенном пункте еще есть нерешенные проблемы. Поэтому нам очень интересно вот этот вопрос поднять. Конечно, вопрос, который поднимали тоже на диалоговых площадках, это ранняя профориентация молодых людей. Потому что в основном тоже это 9-10 класс, но это уже поздно в данный момент, потому что каждое поколение сейчас меняется с каждым годом. Растут и родители детей, и они меняются, и сами дети, поэтому мы тут должны найти новые подходы. Вот такие вопросы меня интересуют, и, конечно же, я в любом случае буду работать над ними и до, и после Всебелорусского народного собрания. Трудоустройство, материальная поддержка, социальная защищенность. В центре внимания должна оказаться молодежь разного возраста, ведь каждый из них по-своему вовлечен в экономические и социальные процессы страны и видит плюсы и минусы сложившейся системы изнутри. Есть проблемы, их нужно решать. И я думаю, на Всебелорусском собрании, именно на то, что мы будем рассматривать социально-экономическое развитие на ближайшую 5-летку в нашей стране, и все эти вопросы рассмотрим, это очень важно. И я жду только-только больших свершений на этом Всебелорусском собрании. Напомним, 6-е Всебелорусское народное собрание пройдет 11 и 12 февраля в столичном дворце республики. Масштабный форум примет 2700 делегатов, представляющих все регионы Беларуси.